Всем привет, с вами снова я Бэк Фалкон. И сегодня смотрю поединок, который пройдет 5 октября, а именно бой между Каваль Эспауша и Тишей Пеннингтон. Саш, ну мы же здесь север за госпожу Эспауша, и я думаю, что она одержит победу единым вашим решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также прошу вас продолжать это видео лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. А мы начинаем нашу трансляцию. И первый в октагон выходит Тиша, Тихий Торнадо Пеннингтон. 20 болев, 13 побед, 1 нокаут, 1 плюмом и 7 поважений. At her disposal that she would not use. She was going to use everything given to her, and she has done that, and that's why her performances have been so great in the UFC. Yeah, she does not discriminate. She is a true, tried and tested 8-point striker. She'll try to put on a striking clinic here tonight. А вот выходит и ее соперник. Кава Маршал Течение Эспауша. 26 побед, 19 побед, 4 нокаута, 4 приема и 7 поважений. By having that wrestling approach, she possesses something different. She's constantly on the forward. She understands the ability to train. The way that your body starts to respond to being fatigued, she has done that since she was a very little girl. Yeah. And the beauty in the wrestling is that as a kid, she didn't just wrestle girls. She wrestled little boys. Right. So now as she's competing in the female divisions, she understands competition across all genders. The ability to compete. Нам показывают небольшую информационную сводку по девушек. She is so gifted in transition. It'll be a pleasure to walk her work here tonight. She has a difficult matchup in front of her. И сейчас Миша Баффер представляет нам всех участников данного поединка. Сначала нам представляют Тишу. She stands 5'1" tall, weighing in at 115 pounds, fighting out of Coconut Creek, Florida, USA, Tisha, the Tiny Tornado Torres. А теперь нам представляют и Каву. A wrestler, holding a professional record of 20 wins, 7 losses. She stands 5'1" tall, weighing in at 115 pounds, fighting out of Irvine, California, presenting the former UFC strawweight champion, Carla Cookie Monster Esparza. And when the action begins, our referee... И для поединка Дэн Мироглот. So Dan Mergliotta shares the cage. You ready? Первый раунд. Погнали. Мимо. Попадает Тиша. Восмеян. Неудачный мидлкик. Попытка тейкдауна от Каверы, но она оказывается неудачной. Встречает Тиша, свою соперницу. Кэрлинич. Атакует Пеннингтон. Мимо. Снова попытка тейкдауна. И снова неудачно. Мимо. Кэрлинич. Снова попытка тейкдауна. И она оказывается удачной.
Удастся забрать более выгодную позицию. Тише. Неплохо. Атакует Пеннингтон. Man, she is just non-stop on the ground, moving in all the right directions. Another nice transition by her there. She's moving a lot, but every movement has purpose. Torres is back to the side control. Неплохо. Just over 3 minutes to go. Поднимают девушку в стойку. Попытка медового кика. Падает. Эшпауша. Middle kick. Low kick. Back and forth we go. Неплохо. Попытка тейкдауна. Но она оказывается неудачной. Неплохо. Кэрлинч. Снова поводит тейкдаун Эшпауша. Неплохо. Атакует Кава. Восьмин. Well, she was long on grappling experience coming into the UFC, and you see her chops here, just beautiful when it comes to the transition. It's very difficult to keep up with her. Продолжает атаковать Эшпауша. И попытка прилема от Кавана. Делать под тишем. Улучшает свою позицию Эшпауша. Вот и все. Бой окончен. Рекрут Эшпауша. Нам покажут, как это было. Что ж, посмотрим, как же бой пойдет на самом деле. Now you watch her and she looks like an Olympian. She looks like a girl that can wrestle at the highest levels. She scored so many takedowns in that round. Her wrestling coach must be very proud. So there she is, your winner by way of submission. That's a finish they'll be talking about for some time. Bruce Buffer has your победу прилемом в первом же раунде одерживает Кава Монстр печенье Эшпауша. After party tonight as she gets it done by way of submission. Thankfully Daniel Cormier is on the list. I'll be on the outside looking. I mean John, I got you. We're going in together. I'm not going in without my partner. But man, she's a great grappler. She understands positioning so well and she knows the moment her opponent got out of position. Статистика поединка. Эшпауш попал 32 удара из 50. Пеннингтон 31 из 56. Вашингтон 11 из 22 кава, 12 из 30 тиш. Пеннингтон тейкдаунов не поводило. У Эшпауша было 2 попытки успешных из 6. Которой минута 18 секунд кава, минута 1 секунда тиш. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании, всем спасибо за просмотр, всем пока!